18 лет, пора совершеннолетия. Именно столько лет 10 ноября исполнилось в гимназии. А сегодня, в честь серьезной даты, в учебном заведении состоялось торжество. О том, как ученики и учителя все вместе отметили праздник, расскажет в своем репортаже Альмира Новоселова. Праздник чувствовался уже у входа. С днем рождения каждого поздравляли сказочные персонажи. Затем действие развернулось в атриуме. Директор гимназии Любовь Воробьева поздравила учеников с праздником. 18 лет замечательному учреждению, нам с вами, всем вместе, 18, возраст юности, возраст великих побед. Дорогие друзья, я поздравляю вас с праздником. Ученики начальных классов были поделены на команды. Каждая состояла из представителей разных классов, что способствовало их общению и дружбе. Все они стали участниками образовательных платформ, которых было также 18, все разных направлений. На «Голос дети» ребята проявили свои певческие таланты. Город священный, пристрине старый, на снежном Ямале родном. Ляну тебе, гимназии нашей, на бедности братство даем. Свои артистические навыки ребята могли проявить на станции «Актерское мастерство». Здесь им нужно было представить и сыграть различные эмоции. На станции «Журналистика», «Страна-гимназия» ребята пытались создать газетную полосу с ярким названием и содержательной статьей. Активно подвигались, повторяя движения педагога, ребята на платформе «Звезды танца». На каждой из 18 образовательных платформ был определен лучший. Церемонию награждения провела директор гимназии, отметив каждого победителя. Свои знания, которые ребята смогли проявить на увлекательном мероприятии – заслуга учителей. В гимназии есть педагоги, которые работают с 2000 года, то есть с самого открытия образовательной организации. Условия, конечно, созданы все. И человек, любой учитель, который захочет работать – он будет работать. Мы начинали доска и мел и творили. А сейчас и компьютеры, и интерактивные доски. Пожалуйста, все в твоих руках. Всего в гимназии сейчас обучается 483 ученика, и каждый из них счастлив, что на протяжении 11 лет именно это учреждение будет их вторым домом. Я желаю, чтобы гимназия учила своих ребят очень хорошо, чтобы они выходили с золотой медалью, чтобы всегда были умными и хорошими ребятами. Чтобы гимназия процветала с каждым днем и часом, и чтобы были хорошие гимназисты. Поздравляю гимназию с днем рождения. Желаю, чтобы выпускники все стали профессорами, прославили наш город. Чтобы она расцветала и была самой лучшей школой. Каждый, будь то директор, учитель или ученик, был счастлив сегодня отметить совершеннолетие гимназии. Атмосфера праздника была наполнена теплотой и уютом, что особенно важно, ведь все здесь как одна большая семья. С днем рождения! Моя гимназия! Мой мир! Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».